Изучили работу полиграфолога и прошли проверку на детекторе лжи. В гости к магнитогорским полицейским сегодня пришли ученики академического лицея. Визит состоялся в рамках школы правовых знаний, которая действует в учебном заведении с начала года. Подробности в следующем сюжете. Старшеклассники с интересом рассматривают детектор лжи. В числе собравшихся и Григорий. Юноша планирует связать свою жизнь со службой в полиции. А сегодня ему даже удалось проверить работу устройства на себе. Был вариант либо я, либо другой мальчик. Вот на камень, ножницы, бумага посварили. Да, нормально, в принципе. Я же ничего плохого не делал. Поэтому и легкий вопрос про имя. Проверка на детекторе – обязательное условие при поступлении на службу в полицию. Главный принцип работы устройства – распознавание лжи. Ведь когда человек врет, у него изменяется давление, пульс и дыхание, а полиграф фиксирует любые колебания. Эти параметры при помощи датчиков снимает полиграф. Значит, такой медицинский датчик для снятия давления. Два крыловых датчика – это датчики для снятия дыхания. Их два, потому что у человека дыхание два – грудное и брюшное. Один надевается на грудь, другой на угол солнечного сплетения. И сбоку на столе прикреплены датчики, которые одеваются на пальцы правой руки. Датчики лестницы, антикурсы и потоотделение. Визит школьников к стражам порядка прошел в рамках школы правовых знаний. Она работает на базе академического лицея с начала года. Основная цель – знакомство с законодательной системой не только в теории, но и на практике. То есть первое направление – это вот непосредственно практическое применение знаний, которые ребята могут увидеть в деятельности органов. Второе направление – это работа с ветеранами УВД. На основе всех мероприятий школьники будут писать доклады. Их они представят на научной конференции в апреле. Елена Вишнякова, Юлия Курти, Егор Суханов. Информационная служба медиагруппы «Знак».